Люксовый гостиничный бренд в Дербенте. Накануне город посетил владелец сети люксовых отелей Владислав Доронин. Он ознакомился с территорией под будущую гостиницу. По его словам, это будет высококлассный отель, который сможет принимать гостей на высшем мировом уровне. В люксовую сеть «Аман» входит более 30 отелей в 20 странах мира. Под руководством Доронина компания присоединила несколько отелей в Токио, Китае, Доминиканской республике, Японии и Индонезии. Скоро к этому списку присоединится и Дербент.